Привет, друзья! И с вами снова я, Виктория. Я думаю, что вы уже догадались. Сегодня будем готовить вместе блюдо из кабачков. Чебуреки из кабачков. Очень вкусное и ароматное, и сочное блюдо. Подойдет оно на завтрак, обед или легкий ужин. Оставляю вас с видео. Если видео вам понравится, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления мне понадобится кабачок, 2 яйца, сметана, лук, чеснок, тертый сыр, мука, растительное масло, зелень, специи и фарш. Я буду готовить чебуреки с 2 начинками. Одна начинка будет с фаршем и другая с помидорами и сыром. Если у вас остался фарш и вам уже надоело его есть просто, то можно сделать чебуреки из кабачков и таким образом использовать оставшийся фарш. Для приготовления начинки из фарша нам понадобится лук, чеснок, сам фарш, томатный соус или томатное пюре, растительное масло, соль и специи. Специи берите по вкусу. Ставим сковороду на средний огонь, наливаем немного растительного масла и начинаем обжаривать лук. За луком будем обжаривать чеснок. Обжариваем до золотистости. Добавляем фарш. Фарш нужно хорошо перемешать, чтобы он не был комком. Солим, перчим и добавляем специи по вкусу. У меня это кориандр и орегано. Когда фарш хорошо обжарился, добавляем томатное пюре или томатный соус и хорошо перемешиваем. Оставляем тушиться минут на 10-15 под закрытой крышкой. Затем добавляем немного зелени и даем еще немножко потушиться минут 5. А в это время займемся кабачком. Натираем кабачок на средней терке. У меня кабачок весом 300 грамм, можно взять 500 грамм кабачков. Солим кабачок, все хорошо перемешиваем и отставляем. Пусть он немножко постоит и пустит сок. Оставляем минут на 5. Один помидор нарезаю на небольшие ломтики. И нарезаю петрушку. Кабачок пустил сок, его нужно хорошенько отжать. Сок от кабачка можно не выбрасывать, его можно использовать в косметических целях. Он очень полезен для кожи. В кабачок добавляю 2 яйца, 3 столовые ложки сметаны. Сметану можно брать любой жирности. И через пресс пропускаю 3 зубчика чеснока. Все хорошо солю, перчу и добавляю петрушку. Хорошо перемешиваю. Смотрите еще больше рецептов на моем канале с кабачками, с фаршем, с овощами. Все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Затем добавляем в кабачки муку и хорошо перемешиваем. Я добавляю 100 грамм муки, но смотрите по своим кабачкам, это зависит от сочности кабачков. Вот такое примерно должно получиться тесто по консистенции. Разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла, выкладываю 3-4 ложки кабачкового теста и разравниваю хорошо по всей поверхности сковороды, чтобы получился блинчик. Накрываю крышкой, оставляю на 2-3 минуты. Обжаривать кабачковые оладьи нужно на небольшом огне. Вот когда оладушек зарумянился, его можно перевернуть на другую сторону. При необходимости можно добавить еще немного растительного масла. Когда оладушек у нас обжарился с обоих сторон, я его переворачиваю и наполовину внутренней стороны выкладываю фарш. У меня сегодня фарш остался от чили кон карне. Блинчик из кабачка нужно закрыть вот в такой конвертик. Немного прижимаю его вилкой, закрываю крышкой и оставляю еще на 3-4 минуты. И продолжаю обжаривать следующие блинчики из кабачкового теста. И в этот раз я уже выкладываю другую начинку. Выкладываю сверху свежие помидоры и тертый сыр. Со свежими помидорами и тертым сыром получается тоже очень вкусно. Из данного количества теста у меня получилось 3 чебурека. Подавать их можно горячими или холодными. Также их можно подавать со сметаной.
Получается невероятная вкуснятина. Кабачок в таком рецепте практически не чувствуется. Надеюсь, это видео и рецепт вам понравились. Ставьте лайки, пишите мне свои комментарии. Ваши отзывы – это лучшая награда для меня. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч!